Всем привет, друзья! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня мы продолжаем бомбить наш бидончик. Смотрите, как мы его потрепали в прошлых сериях. Это было просто нечто, смотрите. Просто здесь уже аж рваться начал. Надеюсь, мы сегодня его добьем. Взял тоже петард мощных. Все пиратки практически. Еще там несколько маленьких. Давайте так это в сторону отложим все. Чтобы я не наступил на них. Так, это в карман пока ложим мелочь. И будем начинать взрывать. Так, берем. Погнали. Будем ставить где-то тут. Вот так вот. Давайте начнем с вот такой петарды Black Devil, супер мощная. Во, наподобие P23. Будем стоя ставить петарды в этот раз. Погнали. Есть. Так, следующий. P2000. Так, или может быть... Ну, давайте здесь уже будем ставить, как мы ставили. Пусть тут будет. Так, P2000. Вау. Блин, заметил... что поменяли по 2000 фитили и очень быстро взрывается. Поэтому приходится бегать. Так, дальше у нас шок. Шутиха P2000 Green. Пираточка. Оп, берем. Ух, дыру здесь пробило. Ставим пиратку. Вот так. Поехали. Ветер в ту сторону. Смотрим. P2000. Желтая. Вот. Тоже стоя. Опа. Давайте возьмем что-то побольше, например, вот такой Ахтунг. Смотрите, как рука. Забахаем его. Есть. Дальше. Синяя P2000. Вот. Поехали. О, возьмем дальше побольше. Корсар 7. Смотрите, как выгнулось. Но нам главное пробить здесь дно. Ставим.
Вот так вот полетел. Отличный взрыв. Так, на очереди у нас АЦФ-47. Берем. Ух, смотрите, как тут дыру пробило. Пол бидона уже есть. Сейчас АЦФ-47 мощный. Гнется бидон, когда падает. Давайте его чуть-чуть выгнем. Одну петарду боком заложим. Вот так. Выгнется или нет, посмотрим. Да, он денется, да? Выгнулся. Ух ты, шо, капец, тут яма. Давайте розочку туда. Так, что у нас там дальше? Блин, еще одна розочка в кармане. Ладно, не будем ее брать. Так, давайте розочку сюда возьмем. Вот эти петарды бахнем. Сторону черную кошку, давайте так. Вообще не взорвалась. Так, смотрим, что еще есть. Супер Бенджер P5000. Ставим. Пошла жара. Ух ты шо. Прям сюда подкатился к нам. Вот так вот. Давайте. Еще динамит есть. Бахнем первый динамит. Динамит бум. О. Вау. Где-то тут у меня летел кусок динамита. О, смотрите. Рвется, рвется по чуть-чуть. О, давайте теперь Корсар 8. Забахали. Так, так, так. Что у нас тут? Остаток с Корсара 8. И сам бидон. Ой, даже не знаю, ребят, получится добить или нет. Очень мало петард осталось. Ну, давайте пробовать. А вдруг получится. Так, Ахтунг.
Увы, Ахтунг не взорвался. Так, осталось две петарды, вся надежда на них. Что ж, давайте ставить. Так, берем Crazy Robots, устанавливаем. Так, выпала петарда с кармана. Вторая вот здесь положим. Давайте Crazy Robots. Блин, ненавижу эти фитили со вспышками, очень может рвануть сразу. Есть взрыв. Так. Капец, здесь кратер уже. Огромный. Что ж, последняя петарда на сегодня. Вся надежда на нее. P6000. Давайте поставим. И... надеюсь, получится взорвать. Полетел высоко, но не разорвался. Что ж, ребят, вот так мы повзрывали. Смотрите, сколько здесь мы навзрывали петард. Блин, жалко, Ахтунг не взорвался, ну ладно. Взорвем еще в следующий раз, может быть, получится взорвать. Будем в следующий раз. Наверное, ложить петарды. О, смотрите. Практически разорвался. Значит, в следующей серии мы уже точно добьем. Так что набираем быстренько, ребятки, 2000 лайков. Если наберете 2000 лайков за этот день, сразу выпускаю следующее видео, продолжение взрыва этого бидона. Думаю, все заслужили посмотреть, как он взорвется. Ставили лайки на предыдущих видео, поэтому давайте быстренько набираем 2000 лайков. И выходит сразу заключительная серия взрыва этого бидона. Постараюсь его добить. Возьму, ребят, Corsair 16, чтобы было интересно. Посмотрите, как он взорвется. В общем, кому понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подпишитесь. На второй канал, у меня есть второй канал, ссылка на него будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят классные видео с пиротехникой, как и здесь, часто интересные. Поэтому, ребятки, не пропустите, обязательно подпишитесь, не пожалеете. Что ж, ребят, смотрите также здесь 4 ролика, они тоже классные, может быть, вы их не видели. Жду вас обязательно в следующем видео, заключительная серия этого бидона будет обязательно на канале, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Набираем 2000 лайков, сразу выходит эта серия. Пока-пока, ребят, до новых встреч!